К другим новостям. В Люберцах почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий. По традиции акция прошла в храме Преображения Господня. На литию по погибшим пришли жители города вместе со своими детьми. 3 воскресенье ноября – Всероссийский день памяти жертв ДТП. В Люберецком храме Преображения Господня провели литию по погибшим, на которой собралось много неравнодушных людей. Начиная с 2005 года во всем мире чтут память погибших, соболезнуют их родным и близким, а также напоминают людям о соблюдении правил дорожного движения. Если вы будете соблюдать правила дорожного движения, снижать заранее скорость перед пешеходными переходами, переходить проезжую часть только по правилам, то есть по пешеходным переходам, с соблюдением мер необходимой безопасности, плюс уважение всех участников дорожного движения друг к другу, я думаю, что общими усилиями возможно сокращение того количества дорожно-транспортных происшествий, которые мы имеем на сегодняшний день. Наравне с представителями правоохранительных органов агитировали людей быть внимательнее на дороге и детям. Представители движения ЮИТ «Радар». День грустный, слезы скорби, печальная утрата. О крайней осторожности напомню всем нам надо. И пусть не будет больше бессмысленных смертей. Ведь правила движения – закон для всех людей. Всегда, везде, повсюду. О том не забывайте. Погибших ДТП вы в церкви поминаете. В этом году в дорожно-транспортных происшествиях в Люберцах погибли 14 человек. Главная их причина – наезд на пешехода, невнимательность водителя. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.